Дорогие друзья, вчера мы вдвоем, я, Дима и Володя, хорошо посидели и научно разработали комплекс мер и упражнений для преодоления кризиса. Первое. Пронумеровать римскими цифрами у всех таджиков. Второе. Широко использовать в устной речи слова «стабилизационный фонд», «золото-валютные резервы», «куча мала», «всем не хватит», «идите нахуй». Всем роженицам перед родами давать взлетную карамель. Купировать хвосты всем домашним животным, а на вырученные деньги построить небоскреб Москва-Нижний Новгород. Отдельная просьба. Уважаемые безобразные и просто некрасивые люди, пожалуйста, воздержитесь от появления в общественных местах и в открытых окнах. Товарищи, ближе к весне, когда начнется миграция, мы ракетами пробьем гигантскую полынью и обязательно поймаем огромного кашалота. Зарежем и накормим им всю Россию. И последнее. Наболевшее. Юрий Михайлович, ебать тебя в кепку. Да сколько ж можно? Транспорт в Москве — это же какой-то негритянский пиздец. Эти бы пробки, да в ваши жопки. Sometimes I get nervous when I see an open door.